Ирина со своим средним сыном, 9-летним Максимом, за чашкой чая обсуждают школьные будни второклассника. Совсем недавно, 2,5 месяца назад, у нее родился 3-й ребенок. Вскоре молодая мама сможет получить выплату в размере 3000 рублей на приобретение школьной формы. А сам Максим и его старший брат, 18-летний Сергей, будут пользоваться бесплатным проездом по социальной карте жителя Подмосковья. Такие возможности появятся у семьи после получения статуса многодетной. Вы знаете, это важно в любое время, в любой семье абсолютно. Поэтому как бы тут нет, вот важно, да, если это положено, то нужно этим пользоваться. Оформить комплексную услугу «Многодетная семья», которая позволяет подать заявление сразу на 6 государственных услуг, Ирина решила дистанционно, прямо из дома. Для этого необходим лишь компьютер и выход в интернет. При этом никаких дополнительных документов не потребуется. Мне, как маме с 3 детьми, и недавно родился вот маленький, которому 2,5 месяца, для меня это очень актуально, заполнить именно из дома, не выходя ни в какие службы, при наличии ноутбука и интернета, все дистанционно. Мне не надо было прикладывать никакие документы, вот, я просто оформила заявление в электронном виде. Комплексная услуга «Многодетная семья» начала действовать с сентября 2021 года. За это время ее оформили более 1500 жителей Одинцовского округа. Также в прошлом году стали доступны еще 3 комплексные услуги – рождение ребенка, скоро в школу и ищу работу. В этом году к ним прибавятся инвалидность, малообеспеченная семья, пенсия и иное. Такое социальное казначейство позволит предоставлять меры соцподдержки без предоставления документов в максимально короткие сроки на основании наступления тех или иных жизненных обстоятельств. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».